Приехали вы в Брест в качестве туриста или в поисках работы, первое, о чем необходимо подумать, это вопрос проживания. Если на краткосрочный период можно снять гостиницу, то на продолжительный срок подавляющее большинство из нас все-таки предпочтут съемную квартиру. При этом для желающих снять жилье понадобятся всего лишь деньги и паспорт. А какие правила необходимо выполнить арендодателю? Для того, чтобы осуществить деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, физическим лицам необходимо прежде всего, зарегистрировать договор в письменной форме в местном и распорядительном органе, либо в ЖЭСе. Уплатить ставку подоходного налога в фиксированных суммах. Ставки подоходного налога в фиксированных суммах установлены приложением 2 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. По городу Бресту ставка налога составляет 32 рубля 20 копеек за каждый месяц и за каждую сдаваемую комнату. Уплатить подоходный налог в фиксированных суммах можно за весь год вперед, а можно и ежемесячно, но не позднее 1 числа того месяца, в котором идет уплата. Несоблюдение сроков или отказ от уплаты влечет за собой определенные санкции. За уклонение от уплаты налога предусмотрена ответственность, которая установлена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде наложения штрафа. Ну и, естественно, будет взыскан сам налог в полном размере. На налоговом учете в инспекции находится более 4500 физических лиц, которые уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. За прошлый год ими уплачено в бюджет свыше 900 тысяч рублей. И уже в текущем эти платежи составили 93 тысячи рублей. Уплатить подоходный налог в фиксированных суммах можно любым удобным способом, в том числе через банковские и почтовые отделения, указав при этом свой учетный номер плательщика. Еще один вариант – оплата через интернет-банкинг по системе ЕРИП. Для этого следует выбрать Брестскую область, свой район или город, исполнительный комитет и финансовый отдел. Сдавать квартиру и иметь еще один дополнительный источник дохода не так уж сложно. Главное – сделать все в соответствии с законодательством.